Надо взять его с собой. Слушай, тут трясина, наверное, да? Да, встретили ребят, охотников. Сказали клюкву, но пока не нашел. Вот такое озеро здесь. Так, ну что, попробуем поднять квадрокоптер. Вот так. Да. Рыбы здесь нет. Да. О. Слушай, тут трясина. Аккуратно надо. Вот смотри, как я трясусь. Вот там отдается. Да. Не знаю, что это такое. Но здесь красиво. В центре тайги, в центре поля. Красота. Такая тут клюква растет. Ее сразу не увидишь. Но вот она. Вот она. Спряталась. Вот так вот ползаешь. Вот такое вот. В прекрасном месте. Вот. Сейчас будем собирать с Димой клюкву. Вот она. Да, здесь трясина. О, вкуснятина. Сходу не заметить. На этом крамсом я. Ты там собираешь, да? Дима багульник собирает. А я начну клюкву. Вот, спасибо, природа. Спасибо за эту красоту. Ну все. Видишь, говорят, медведя много. Секшен надо, да? Блин, и да, выходит на поверхность. Вот здесь. Вот даже дна не видно. Она шатается. Смотри, вот я прыгаю. Да. Он вибрирует. И карась, наверное, да. Есть. Да, наверное, здесь в прошлом, в далеком прошлом метеорит упал. Ну, где-то диаметром 100 метров, да? Да, да. 100 метров озера. И вот здесь вот прям четкий круг. Кто-то в ВК даже меня спросил, это вырубка или что. Теперь я вот пришел, посмотрел, вижу, что это не вырубка. Хотя изначально ответил, что вырубка. Ладно, попробуем квадрокоптер запустить, показать это. И на эту красоту. О, идешь вообще. Полянка просто круто. Это вообще, да. Ключ. Видите, какой. Вот, видите, клюква. Вот она, клюковка. Вот они, клюковки. Сейчас найдем маленькая. Тебе откуда попали? Просто, просто заглядение. Вы посмотрите. А там еще озеро. Это, ну вот на этой красоте мы наберем за сейчас багульничка. Багульничка, веточки вот, вот так подломаем. Потом смотрите, сколько кедрача тут насадилось. Вот. И сейчас самое главное, что подойдем к Ивану. К Ивану подойдем. Место вообще вот, видите, круг. Вот к Ивану сейчас подойдем. Когда-то давно здесь, наверное, упал все-таки, ребята, метеорит. Видите, яма какая. И дна не видно. Вот. И четкий круг обозначен. Видите? Четкий-четкий круг. Вот такая красотища тут. И озера. Можно рыбалка в окне болот делать видео, сюжет. Просто попытаюсь провести по этой красоте. Вообще красиво. Вот такая вот, ребята,
в окружении. Ну, если получится, с квадрокоптера снимем завтра. Какие они съедобны, курит трубку бабушка моя. Вот она как раз, давление падает, и дождик идет, она начинает пылить и падает во влагу. Вот такая вот красота. Они съедобны в молодом возрасте. Я ссылку приведу на данной минуте, можете посмотреть, класс, как готовить их. Ну, очень вкусные. Олень наклал. Тут-ка зимний опенок нашли. Выдернем. Целую зиму будут расти. И такие мы видим опять в магазине. Зимние опятки. Вот такие. Вышли на старицу. Тоже видите, как старица. Дрожалка, гриб дрожалка. Вон какой. И тут его сколько. О, какая. Все приметные места по макушкам, видите, определяется. Вот кедра 3 стояла и запоминается. Кан построил, чтобы я болотник порвал. А я не порву, не порву. Вот кривая пихта. Солнышко уже заходит. А мы только еще с рыбалки. Да, без балла. Ага. На бой по буранке заходим. Ну. Пошел реки попью. Лучше спиртового. Ребята, тут вода чище. Давайте пить. Ну, тропа корявая опять пошла. Ребята, есть стоянка. Пришли мы домой. Вот так уже все смотрится. Солнышко уже почти зашло. Ну вот, наш стоянка. Наш путь, ребята. Пришли домой мы.